быть привиты против пищевого энцефалита. Ну и в отношении данной организации сейчас проводится расследование. Заявляется нам, что не должны были иметь такой прививки. Уверяем вас, должны, потому что группа выезжала в территорию, которая неблагополучна по заболеваемости пищевому энцефалиту. И руководитель групп должен быть подкован, иметь знания во всех областях, если берет на себя ответственность, вывозить группу на массовые мероприятия.